очень много сейчас говорят про то, что начали выпускать машины, автомашины без водителей. Все говорят о том, что скоро у нас не будет водителей, а потому что автомашины сегодня уже научились делать, которые сами могут ездить. Вот я позволю себе утверждать, что это неправда, так не будет. Не в смысле, что водители будут, водителей не будет. Но и машины, которые сегодня выпускаются без водителя, это игрушка, это сувенир, который никому не нужен. Так работать это не будет. Система эта начнет работать тогда, когда появится интегрированная среда вождения. Когда ваша машина будет подключаться к общему компьютеру, выезжая на дорогу, и компьютер будет ее управлять, общий, а не ваш машинный. Только тогда эта система будет эффективна, только тогда она начнет работать. Когда это будет, когда мощность компьютеров будет такой, что будет дешевле сделать интегрированную среду, чем выплачивать страховки по авариям. И только тогда, и раньше этого не будет. И страховые компании будут заказчиками разработки этой среды, потому что им это будет дешевле. Когда это будет, не знаю, опять же, ровно так же, как с фонарями. Но думаю, что скоро, я думаю, что я доживу до этого. Я не знаю, мои дети точно должны ездить на таких машинах.